Ну что ж, друзья, вот он, вот они те самые квалификации, как говорится. Всем привет, всем большой привет, все подтягивайтесь. Очень тихо, я знаю, это звук доты, это я еще себя не включил. Где комментатор? Я здесь. Ребят, здесь я. Маленькие, ребят, были небольшие настроечки. Одел до ума и, в принципе, все, можно начинать. Vega Squadron, FCDB Esports, по сути, это первый раунд. Ну, для нашей команды, как и для Vega Squadron, это первый раунд квалификации к минору. Попались мы сразу же на Vega Squadron, и матч будет интересным прямо со старта. Для тех, кто не в курсе, я напомню, кто играет у нас за FCDB Sports. Это GFO, это SoulBet, это Пикачу, Нефрит и Чеширский Кот. Средний возраст команды 24 года. Ну, Vega Squadron, я думаю, в принципе, ну, большинство ребят знают. Я фул состав их, конечно, так сказать, наизусть еще не выучил. Ну и, в принципе, наверное, мне это ни к чему. Давайте уже переходить к самим, наверное, пикам, банам, потому что уже я смотрю Trend Protector плюс Undying Vega Squadron. Ну и FCDB Sport Shaker плюс Necrops. В принципе, уверенная комбинация. Очень часто мы ее видели. Мы ее видели и на квалификациях к мейджору. Видели и на других турнирах, поэтому, ну, почему бы ее и не взять. Вот Trend Protector и Undying, я не совсем понимаю, как это будет пока работать. Но я думаю, что-то очень уверенное и интересное нам покажут. То есть тренд, скорее всего, будет такой четверкой. В оффлейн пойдет, а Undying сядет на пятерочку. Ну, по крайней мере, я так предполагаю. Шейкер здесь, скорее всего, для Soulbad'а. Некроп, скорее всего, тройка для Чеширского Кота. Поэтому, ну, посмотрим. В банах у нас, я смотрю, уже Vega Squadron забанили как раз-таки Пэла, забанили Брудмазер, Виспа, Сайленсера, Тини тоже в бане. Много человек, я смотрю. Точнее, все 5 героев забанены, все самые противные. FCDB Sports не отходит от традиции. Это Козочка, это Дроу Рейнджер, это Вивер и это Пугна. Ну, интересно. Интересно. Пока вот непонятно вообще, что к чему и как говорится, будет проходить. И... Ага. Так, сейчас еще будет небольшая донастроечка. Надо кое-что сделать. Поэтому чуть-чуть буквально поглючит дотка. Это будет недолго, я надеюсь. Зависит от того, насколько быстро открываются программы. Так, ну... Да, открывается программа достаточно быстро. Ждем. Пока я смотрю, ребята призадумались над банами. То есть там не до конца еще все понятно. Сейчас FCDB Sports решают, что забанить, кого не хотят видеть. Но мы пока подключаемся в стрим, и я уже прямо в стриме. Так. Александр? Нет, вот Александр. Мы на стриме. Привет, Александр Молочников. Это как раз таки руководитель FCDB Esports. Я напоминаю еще раз. Да, всем привет. Так, сейчас я тебя по звуку немножечко сделаю. По идее, должно быть нормально. Ладно, я возвращаюсь в доту. Если что-то будет да, немножечко давай. По звуку не очень, я подправлю потом. В процессе 34 человека нас уже смотрят с двух трансляций. Ребят, здоровайтесь в чате, это человек новый пришел. Что же вы так неактивно? Ну и смотри, забанили сейчас как раз-таки Enigma в CDB Sports, и я вот не совсем понимаю, зачем здесь эта Enigma вообще нужна в Vega Squadron. Не могу сказать. Ну, у меня какое-то эхо небольшое. Все, нет такого? Нет, у меня вроде нормально все. Нормально. Enigma. Ну, чего ты GFO опасался? Ну, вообще, мне кажется, странный. Смотри, тут уже, мне кажется, нужен телефон там. Вот смс приходит. Очень громко. Сори, мой, выключил. Да. Вот, Феникс появляется для Vega Squadron. Мне кажется, Enigma здесь. Ну, а куда Enigma? Смотри, там Undying, там тренд. Зачем это еще Enigma нужна? Ну, не знаю, странно. Ладно, Ogre Mag для... Я так понимаю, это для GFO. И мне уже нравится. Герой с одной кнопкой, по сути. Ну, с двумя. Максимально импактовый, на самом деле. Один из любимых моих героев. И я все-таки думаю, что Кэрри, наверное, будет рейнджевик, раз Огр милишник, саппорт второй. Получается, два саппорта, пятерка и четверка, два милишника. Угу. Ну да, это очевидно, что Шокер для Soulbad'а, Огр пойдет на пятерку для Джейфо. Некрофос может сыграть на трех позициях, поэтому тут как раз-таки очень удобно сейчас. Так, Урса. Урса это... Ну да, отлично. Это очень неплохо работает против Undying. Это очень круто работает против Феникса. Против Undying я имею в виду против Тамбы.
Ну, некрофос может пойти как в мид, так и на сложную. Поэтому сейчас я склоняюсь к тому, что, скорее всего, отправят шейкер плюс некрофос в оффлейн, потому что эти комбинации мы уже видели для оффлейна. Да, я тоже думаю. Но, тем не менее, можно подстроиться в зависимости от пика Веги. Сейчас посмотрим, что они пикают. Не знаю. Мне кажется, для Веги может какой-то инвокер залететь, либо ДК вообще, который просто... Ну, хотя ДК зачем? Здесь есть Сандайнг, здесь есть Рент. В принципе, комбинация уже есть, то есть ультимейт Рента плюс ультимейт Феникса, плюс там еще все это под тамбой неприятно, то есть попробуй добеги, попробуй разбей, попробуй уйди, то есть очень такой противный пик, еще Виномантера сюда какого-нибудь и там, не знаю, и Вайпера в мид, да, добавить, просто вообще не уйти от этого. Ну, естественно, вот я предполагал, что будет инвокер, я говорил об этом, и все-таки инвокер появляется. Да, жестко. Я... Так, у нас задержка 2 минуты. Да, я тебя ставлю, схожу, там уже ребята, наверное, допикивают. Ну, хорошо, что-нибудь хорошо. Настрою на игру, пожелаю удачи и вернусь. Окей, будем тебя ждать, пока будем думать, что может зайти еще для в CDB Sport, и что могут добрать себе Vega Squadron. Кстати, предположение из чата приветствуется. Может быть, ну, вроде работает чат, я же проверял. Так, давай. Ой-ой-ой, что я сейчас сделал? Страшное дело я сейчас сделал, возвращаюсь. Вроде работает чат, я же смотрел только что, все было отлично. Ладно. FCDB Sports, мне кажется, Некрофс пойдет все-таки в оффлейн, и в мид можно добрать, не знаю, но... Кого здесь можно добрать? Темпларка. Неплохой вариант, наверное, но вот... Опять же, руты против Темпларки, Undying со своими крипами, то есть ей будет тяжело передвигаться по драке. Плюс всегда неприятный инвокер, скорее всего, через QV будет играть, класс WX. Ну, стандартный метовый такой вокер, который будет тоже мешать выжигать ману постоянно и все в таком стиле. Кого еще можно добрать? Пугну забанили, хорошо. Пугну не будет, вивера нет. Есть еще, например, тот же Вайпер. Может заходить. Вот ВК добирают пятым пиком на кора себе Вега Сквадрон, я так понимаю, это для Палантимоса все-таки. И Феникс плюс Трент оффлейн, Undying плюс ВК, скорее всего, так. Либо же Undying вообще тройка. Ну, посмотрим, как поставят линии, пока непонятно. То есть тут вообще чередовать можно сколько хочешь. А вот что добирать сейчас в CDB Sports, непонятно. Шторм может какой-то залететь, кстати, вполне неплохо. Но опять же, что, против инвокера Шторм... Достаточно сложно будет Шторму. Лина может появиться какая-то, кстати. Либо же Некроф составить уже окончательно в мид и добирать какого-то оффлейнера дополнительного. То есть, ну, там вариантов, конечно, много с Шейкером. Есть куча интересных вариантов для того, чтобы добрать оффлейн. Не знаю, не знаю пока. Чат я смотрю, вроде народ есть, а он у меня почему-то не обновляется. Ладно, подождем, алхимик появляется для FCDB Sports, и все-таки нет. Я был прав по поводу Некрофоса и Шейкера в оффлейн. Нефрит, естественно, на урсе плюс Огармаг пойдут в легкую, и алхимик для Пикачу пойдут... Пойдет в мид, посмотрим, как алхимик будет стоять против Штормкэта. Палантимос, да, на коре играет у Веги Сквадрона на Эврескинге. Штормкэт, понятное дело, мид. Заяц, Феникс, по-моему, это тройка. Йоу, пятерка и Флоу, четверка. Если я ничего не перепутал. Если я перепутал, можете написать в чат, что я перепутал. И, в принципе, мы исправимся в таком стиле. Ну что, стандартная пауза, задержка, ничего сверхнеобычного. Можно пока чекнуть, что там у нас, возможно, у меня чат просто не прогружает. Сейчас быстренько гляну все это дело в браузере. Так, нет. Ну, хорошо, и... Где еще? Так, странно. Ой-ой-ой, что же вы сделали-то, ребята? Понятно, в чем прикол. Ладно. Я так понимаю, слышно сейчас прям с моих наушников немножко информации. Нет, все. Я понял, в чем, собственно, соль. У нас тут некоторые опять технические вопросы возникают. Александр, я прям слышал, как ты очень хорошо одел наушники. Сори, все. Прошу прощения, я забыл это выключить. Это ничего страшного, я просто к тому, что ты теперь с нами, и как у ребят настрой? Нормально, боевой, я на самом деле, меня немножко трясет, а они как-то спокойно, наверное, на опыте. Что первый раунд сразу Вега, если, а следующий раунд будет ЕПГ, если сумеем пройти Вегу. То
То есть начало такое плотненькое. Тут будет небольшая пауза, минуты полторы. Ну, подождем, подождем. Я как раз, пока можешь рассказать, я немножечко разберусь с кое-чем. Ну, давайте расскажу, что у нас происходит. Кто не в курсе, кто недавно подключился. Это квалификация, это первый минор или майнор сезона. Сейчас идут открытые квалификации. Больше там 150 команд, по-моему, зарегистрировалось. Из них выходят две команды в закрытые квалификации, где уже есть приглашенные команды Spirit и Espada. И по итогам закрытых квалификаций одна команда всего лишь попадает на главное событие, где будет разыграно $300,000. Вот. Открытые квалификации будут проходить, по-моему, в два дня. Сегодня-завтра, а дальше уже закрыто. Вот, сеточку, ссылка на сетку, наверное, у Артема есть. Он потом покажет при случае. Вот сейчас это 1/64 финала. Первый у нас был прислот. Если не ошибаюсь, то это 28-й раунд. Как раз таки. Ну, это топ-128, 1/64. Ну, да, да, если так смотреть, да. Гоу пишет Пикачу. Отлично, начинаем. Самое интересное уже началось. У нас там есть некоторые заминки ПК-трансляции. Я потом тебе распишу. Uh-huh. Поэтому быстро поменять сейчас не получится. Те, кто уже зашел в ВК и смотрят, ребят, пишите что-нибудь в чат вообще. Вы живы? Потому что я смотрю, что есть народ вроде как. Но я не знаю, остался ли он там до конца. Ладно, возвращаемся к самой игре. Все, как мы и предполагали. Линии, как в принципе предполагали, все так и получается. Кстати, интересно, какие-то санстрайки тут давал инвокер. Видимо, хотел зачекать там Кыра плюс Солбеда, но немножечко не точно там получилось. Но тем не менее, драка за руну снизу будет все равно. Ну да, это стандартный такой санстрайк, чекнуть куда что. Давай тогда скажем, кто на чем. Опять у нас пауза. Уже вроде да, проговаривал там. А, проговаривал, да? Да. Mm-hmm. Видимо, некоторые траблы есть с интернетом. Выкинуло. Бывает. Может быть, дота. То... Может, что-то подлагивал и решил перезагрузиться. Ничего страшного. Подождем. Это не самое страшное, что могло, в принципе, случиться. Как, кстати, после вот вступления на мыте. Все хорошо? Ну, сейчас посмотрим. Ну, просто поменялось, если что-то ребята проводили какую-то работу, то есть, или просто ну, не восприняли всерьез, то есть, ну, вот так карты сложились, все в таком. Я понимаю, что на интервью уже все это обговаривалось, но, ну, в принципе, я не буду копать глубоко, мне просто интересно, то есть, ребята посмотрели, разобрались и... Да, конечно, сделали выводы, все подавленные были после турнира, в каком-то шоковом состоянии. Все понимали, что виноваты сами. Сделали выводы, наметили план, работали над определенными моментами, и сейчас вот как раз будем тестировать, насколько это было удачно. Ну, интересно. Интересно, чем тут все, как говорится, закончится. Ну, я, конечно, верю в то, что CDB Sports смогут потягаться с Вегой. И сейчас, знаешь, такая стадия сезона, что любая команда может выиграть любую. Те же ферзи, которые прошли на менеджер, да, как-то вот. И мы играли против них. Ну как мы, ребята играли, я все это дело смотрел. Ну вот, и в CDB Sports с ними играли, и вот с таким сильным соперником там на самом деле в какой-то минуте игра была достаточно равной. Да, она до конца почти была все равной, там просто одна драка и ну, там полторы, условно говоря, и снесли базу. А так графики абсолютно ноль. Ну да, приятно с одной стороны. Но тут тоже best of one рулетка в какой-то степени. Как бы можно сыграть чуть хуже, что-то так не пикнуть, пару ошибок, и ты уже вылетаешь с турнира. Ну, в этом и суть квалификации. Не только финиша, но и чуть-чуть везение необходимо, в общем, коллективом. Ну, посмотрим, ждем Урсу, ждем Нефрита, пока там он решается. Некоторые вопросы, возможно, дроп там какой-то интернета, возможно... просто перезапускается. Ну, всякое может быть. Может, там, мышка отошла, там, или клавиатура, провод отошел, надо подправить. Подождем. Что касаемо Vegas Squadron. Мне очень интересно, что у них за пик. То есть, тут есть тренд.
который с Фениксом, вот мы отмечали. Феникс, я так понимаю, все-таки тройка. И тренд четверка. Давно я тренда, ну точнее не тренда, давно Феникса на тройке не видел. Интересно. Феникс на тройке? Ну, я все-таки стараюсь, потому что так и будет. Сейчас посмотрим. Либо Феникс действительно четверка. Ну не знаю, он пока еще ничего не вкачал, непонятно. Неприятный герой, конечно. Очень сложно с ним на линии стоять. Ну, против него. С ним-то наоборот. Сэмбэк пытается уже найти своих визави. Йоу все видел, Йоу все знает. Так, встреча. Покусать друг друга. Подходит сюда еще и ВК. Ну, Сэмбэк, конечно, прогоняет. Есть хелпа в виде как раз-таки Некрофоса, но Некрофос здесь не поможет абсолютно никак. Ну, будут, видимо... пытаться отжать две руны будут. По две. Ну, надо смотри, бы, надо бы это сделать. Фиссура хорошая, но я смотрю, что 2 в 2 по рунам все равно. Да, там ты и... перекликал Undying. В топе Джейфо так на наглую пошел, на руну на двоих посмотрел, поторговал лицом, пошел назад. Ну, герой у него такой, понимаешь? Сейчас у него герой, у него позволяет ему вот так вот идти, просто ничего не бояться. 650 здоровья, плюс 8 армора и еще миллион хил он с собой носит, как бы. 8 армора, конечно, на первом уровне это жестко. Сейчас, кстати, интересно, как тренд будет пробивать эти 8 армора со своими там, ну, плюс-минус 100 дэмэджа. Я думаю, даже тренд... Ну, тут, смотрите, в одного много армора, у другого самая сильная... Единственная проблема, смотри, тут два героя, и Трент, и Феникс, они оба без армора вообще. У них по нулям. То есть Урсик сейчас может их покусать неплохо. Да, и, Урса в принципе, Джифо даже... может покусать. Даже боится подходить. Ну, птички там, вот все. Птичек теперь нет, теперь можно идти кусать, и Нефрит берет хилочку для себя, и все, оп, раз тычечка. Ну, в таком стиле будут продолжать. Так, что там интересное Солбет делать? Солбет пытается крипочку повести, и, в принципе, у него получается это сделать, уж и неплохо. Уже линию, получается, перетянул он ближе к Чеширу. Не дает здесь Йоу до конца, конечно, мешает ему. Но, тем не менее, крипов увел Солбет. Это можно здесь экспу получать. Подходит Некропс, и будет, естественно, этим всем заниматься. В миде у нас мы видим, что, в принципе, более-менее равно стоят Инвокер и Алхимик. Алхимик, конечно, не донает, но у него зато добитых больше. Ну, конечно, донаить было бы еще тоже неплохо. Но тут Инвокер как... А, кстати, Инвокер, слушай, необычный. Это Vex Exhort Инвокер. Неужели вторая мета? Ну, посмотрим, что у нас там по статистике. Ну, 7 на 7, по сути, там 4 и 3 дная. Ой-ой-ой, мы все пропустили. Ладно, пока мы там по статистику смотрели, вот о чем я говорил. Нет армора у Феникса, и, как мы предполагали, Огр только взял себе стан, сразу же Урса. Естественно, забрали Феникса, ну и Трента могли бы забрать, но там Ливен Армор, тяжело это пробивать, плюс не было маны у Огра. На продолжение. First Blood для FCDB Esports уже начало неплохое, можно продолжать разгонять здесь дальше. У Урсика, как только закончатся птички у Феникса, в принципе, Урса сможет что-либо сделать, плюс есть еще два мангуса у Огра. То есть тут можно и подставить. Феникс второй уровень взял, и Каруса до сих пор еще нет, по идее, тайминг должны о нем знать. Но я смотрю, чат все-таки ВК заработал, значит, вернули трансляцию. Все хорошо. Надеюсь, да, всем наши... привет, кто с нами в чате ВК. Играем к открытой квалификации на минор против Веги в первой же игре. А, ну и вот оно нападение, кстати, на тренд протектора. Замедление пошло, но Урса до конца не пошел почему-то бить, хотя мог попробовать. Там тренд без маны, и Ливен Армор на себя никак не накинул. Дал, да, Феникс отдал мангусик. Тут теперь Ливен Армор снова есть. Ладно, тут все спокойно, более-менее. На миду мы видим, что тоже более-менее равно. Хотя вот Денаев больше у Инвокера, и за счет этого он чуть-чуть по левелу опережает, конечно, Алхимика. Но Алхимик не только левелом как бы страшен, ему еще и голода с поселечки капает, поэтому для него это важно. Снизу забрали тем временем Чешира, подставился, я так понимаю, под пару дикеев, там стан, и последним дикеем его добили. Да, это неприятно. Ну, инвокер, если стоит ровно, то это отличные новости, потому что он потом может, если ему настакают лес, быстро сходить, и он потом начинает его будет сложно останавливать. Слушай. Мы видим, что все у Палантимоса просто замечательно на линии, чего не скажешь об Урсе. Урс пока
быть. Ну, хотя у него тоже, в принципе, все неплохо, но Урс проседает. Так, йоу, может и не выжить, стики уже отдал, его пытаются забрать, загоняют его в леса, он мансует, неплохо мансует и абсолютно не угадывает в CDB eSports. Нужно разворачиваться, продолжать, если фиссура нету, и мана на нее тоже нету, йоу просто уходит на опыте. Да, развел, сколько там, 15 хп, наверное, было, сейчас 20. Он еще и реген подобрал, слушай, ну это прям жесть. Это боль. Вот это сейчас прям, ну, прям все, мисклик, так, а сверху драка, была попытка, я так понимаю, забрать Трента, дальше попытка уже, возможно, на Феникса, но Феникс на Икарусе слишком далеко улетел, у него еще 10 стиков, есть стан от Агра, но также еще тут и Трент мешает, но тут тяжело, как ни крути. Все коцаные, урсы нету, регена никакого не осталось, нужно нести себе что-то, фласку, возможно. Ничего особо донести. Тут у нас 9 секунд до руны, и вот Огр пошел уже лицом торговать. Ничего не боится. Слишком много хп у Огра. Феникс на Икарусе. Стан от как раз таки Огрмага, но Огрмаг слишком медленный, не дают ему пройти. Огрмаг уходит. Одну рунку забрали, одну рунку забрал Чешир. И, в принципе, 2 в 2 по рунам. Но проблема в том, что еще забрали и Солбеда. Я так понимаю, за руной уже гнался до конца, пытался уйти от Йола. И Йол сделал свое дело. Да, в игре с алхимиком руны прямо колоссально имеют значение. Поэтому ребята так акцентированы. На ну, них работают. Получается. 2 в 2 это, ну... 2 на 2. Как бы, не то. Не то, что хотелось бы видеть, я думаю, в игре с алхимиком. Но это лучше, чем 1 на 3 или 0 на 4. Поэтому... Ну, это тоже вариант. Тут, конечно, да. Так, ну Йоу продолжает агрессировать, он вообще ничего не боится. Кидают фиссуру под него. Хороший санстрайк, может не уйти отсюда Некрофос. Гошраут юзает, есть еще у него хилочка, есть фласочка. Сможет от нее отпиться, если что. Попытка дальше можно по Йоу было бы продолжить, но нету фиссуры. И зацепить Йоу нечем. Так, слушай, там на миду. Так, выход на алхимика, но он уходит. Загулял. Наш Райан портуется, что-то пьется, пойдет назад. Или будет ли тройку фармить? Он это фармить может. Ему тут осталось, в принципе, одного крипа забрать. Ну, может быть, двоих, да, и сразу шестой уровень. Единственное, да, что внизу нападение на Солбеда. Будут убивать, будет умирать Виталик. Там еще подтянулся инвокер. Да, потом. И все это через тамбу еще было, поэтому там шансов вообще уйти никаких не было. Ну ничего, шестой уровень есть у алхимика теперь. Смотрим, насколько быстро будет разгоняться. Ну, Чешир немножко свежего воздуха получил. Там три перетянулись. Солбет уже бежит. Атака на Огра. Похоже, Джейфо будет умирать. Не сможет он отсюда уйти. Три стика есть. Еще там санстрайк. О, санстрайк. Без шансов. Хорош. Возможно, без санстрайка еще попробовал бы замансить. Нефит пытался подбежать как-то помочь, но не успевал. Никак по таймингу, и, наверное, пора уже переключаться на Netwars, и нет смысла особо смотреть за крипами. Как бы алхимик там немножечко не проигрывал по Netwars, все равно сейчас вырывается на первое место, но отрыв маленький. Опять же, отрыв нужно создавать больше. Ну, вот он пошел в лес, сейчас тоже начинает фармить. Монетка в 2, яд в 3. Ну, проблема-то почти в том, что, слушай, инвокер теперь на прифарме в абсолютном. Ну, он и так как бы ему особо не мешал, чтобы прямо так... Ну, в лесу экспорта все-таки поменьше. Вот. Там сверху опять драки. В этот раз забрали уже Урсу через... А, через Палантимоса все это было. Подошел ВК, через еще один стан. Через крипочек Урсу здесь замесили, конечно, без проблем вообще. Плюс Феникс с Андреем еще жёг очень больно. Джифу отсюда тоже уходит. И вот мы видим, что... Ну, не то, что хотелось бы видеть, мне кажется, с алхимиком. Хотя потерпеть просто нужно немножко. Алхимику нужны артефакты. Смещается Урса вниз сейчас. По идее, Фишир отсюда будет уходить. Ставится фармить. Там базовую вышку. Должны быстро забирать, и Йол улетает. Размен да, делать. Нужно найти нефрит у себя место для фарма. Потому что вверху нет. Пятый уровень, еще шестого даже нету. Да, сюда дерево пришло. Оно неприятное, а там тут и есть еще нет. Тут шейкер. Убывает рядышком. Но втроем фармить одну точку, конечно, тяжело. Все равно. Слушай, ну хотят задефать, не хотят вышку отдавать на размен. Странно, почему ВК сместился на верхнюю линию, то есть остался там. Ему и внизу, в принципе, было очень даже комфортно. Возможно, портанулся и был кулдаун.
Сейчас то может полетать уже там. Сейчас, наверное, не видит никого на карте, поэтому боится лететь. Алхимик уже полностью ушел на тройку. Все, отдали верхний лес свой. Ну, сейчас у Чешира могут быть проблемы сверху. Он тут один стоит, пытается что-то сделать как-то. Как-то экспириенс получить, как-то подфармить, если получится. Но тут можно и, наверное, заехать. Да, молодец, аккуратно, не подставляется, потому что там можно было быстро его бы ушатали. Да, так, Джейфо немножко. Мид как раз-таки для экспириенса. Правильное решение. Мне кажется, еще Соубэду бы этот мид получить. Потому что Соубэд вообще проседает очень сильно. Третий левел. Ему прям супер неприятно. Вот просто подходит четверка тренд, и я сейчас две тычки про Соубэду, и Соубэда практически у них хп не будет. Да, Соубэду тоже где-то надо себе выформить блинк. И... да. Ну, это контроль карты захватывает эго-сквадрон. Сейчас можно так это просто объяснить. Две рунки для FCDB Sports, пока что одна только для Веги, но там заберет сейчас еще одну заяц. Урсик фармит, нужен даггер, пока до даггера еще далековато, хотелось бы какие-то фраги видеть, но нечем драться, по сути. Нечем драться, некого цеплять. Да, пока затишье по смертям. Мид вернулся алхимик. Делает пару тычек по инвокеру. Ну такое, как там. Мы там сверху на Т2 уже заходит через Стамбул. Так что тут нам... Артём, привет-привет. С кем комментирую? Комментирую с Александром Молочником, руководителем FCDB Sports. Это квалификации на майнер, ЦИС... Как там, Корсайр, Гримхак, ЦИС Open квалификация. Да, все правильно. Так, уже под Т2 наверху подходит. Атака на Чешира. Он сейчас, тут его смотри, сложно будет забрать. Феникс ставит яйцо, там хорошая фиссурка залетела от Шейкера, но продолжить нечем. С фланга обходит уже Урс, очень хочет подраться с Рейскингом, но Рейскинг на тэп-ауте, плюс Ливин Армор, ничего не может сделать. Уходит отсюда, забрали пока что только четверку Йола, точнее пятерку, и Феникс тоже отсюда должен улетать. Не стали за ним гнаться до конца, нету даггеров еще. Ну хорошо перетянулись на самом деле, если бы забрали Феникса, было бы еще отлично, но... Ну, как-то вот, если его поймаешь, он там через три хайграунда улетел, через три экрана от тебя, и все. И ты паут нажал. Чешир сразу пошел на мид фармить. ВК у нас тоже пошел в лес. Все, Урса получает какое-то время для фарма. До блинка совсем немного осталось. Там 400 голды. Мы с тобой, наверное, ошиблись немножко. Все-таки тут тренд тройка, а Феникс четверка. Смотри, у Тента уже барабаны, ПТшка, он собирает себе даггер, дальше еще тапчик. Похоже на то. Ну, инвокер снизу, фармит себе аганим. Пока что крипочков забирает, и подходит сюда еще и Джифо, а он в руне невидимости. По идее, должен был видеть сейчас инвокера, там ночь, правда, была неизвестна до конца. Ну, он сейчас... Прямо на вражеском варде, по-моему, стоит, если пропадет невидимость. А, ну там уже... Решил уйти. Угу. Там же опс. Там не было сентри. Не-не, я понимаю, думал, что если там будет стоять, невидимость пропадет, и он не будет знать, что его видит. Да. А, там спрашивают, это best of 3 или best of 1? Это best of 1, на рулетка на вылет выходит из невидимости. Фермак и... Слушай, ну, тренд... Он прям супер комфортно себя чувствует. Он пошел, обошел, тут посмотрел, там посмотрел, здесь зашел. И просто линию держит, плюс еще подхиливает остальные башни, то есть не дает вообще никак уйти в сплит. Мы видим, что зажимаются в лесу и алхимик, и урса. Это очень плохо, если урса не может найти себя на линии алхимику. Тяжело фармить, если кто-то подфармливает его лесочки дополнительно. И, конечно, вот разрыв у нетворца мы видим, что очень маленький, никак не может алхимик пока оторваться, но у него еще нету и радианса. По идее, он сейчас должен долететь. Да, да нормально, 1700 уже разрыв, сейчас покупает себе свиток на радианс, и фарм еще больше усилится. Нормально, ну, я как бы тренда не вижу большой проблемы в поздней игре. Ну, посмотрим, когда прямо на Питера будет залетать. Огромный импакт. Не знаю, пока он просто фармит, он набирает артефакты, он, ну, то есть, я не говорю, что он хороший, не говорю, что он плохой. Пока он много чего не делает. Просто помогает команде. Накидывает линии нарморы, подфармливает, не дает одну линию сплетить как раз-таки чеширскому коту.
То есть не дает вышке падать, и тем самым такой небольшой импакт вносит. Появился Dagger Wolves, что немаловажно, и сейчас, по идее, какие-то минусы можно давать. Получится ли тут смоук, кстати, от Веги, Урса могут поймать. Урса, хорошая реакция у Нефрита, и он отсюда уходит. Да, Дима, красавец, хорошо среагировал. Так, будут пытаться заходить на Т2, раз уж пришли. Что мы будем? Будем ли дефить? Мне кажется, нет смысла большого. Там ультимейта вроде еще нет на алхимике. Да, на ультимейта нет на алхимике, еще 30 секунд. Ну, чуть меньше, 23. Плюс там и тамба, и все, и некрофс очень опасно летит, и шейкер. Но тут же могут сейчас принять просто тамбу. Отлично ставит сейчас йоу, и, ну, прилетаешь, умираешь. Ну, шейкер, просто кнопку одну хотя бы нажать. Ничего не дают сделать этому шейкеру. Пытается некрофс как-то с тамбой разобраться. Тамбу подхиливает. Некрофс ничего не может сделать. Приходит сюда алхимик. До ультимейта еще 3 секунды, 2. Не хватает мана на нее. Яйцо ставится неплохое. Приходится оттягиваться назад. Инвокер все это время стоит просто и месит эту вышку. Есть ультимейт алхимика. Попытка догнать остальных игроков Вега-сквадрон, Палантимос уходит отсюда на ТП, у него еще реинкарнация есть, и вот да, что секунда, сделать? Бомбы. А он ее даже кинуть не успеет. Вот он оверзролл, и что ты сделаешь? Просто да, защитный. Уходит. Это не то. Это не та драка. Ну, Т2 задефили, ничего не убили. Ну, в принципе, нормально подрались. Алхив забрали руну. Алхимик, это хорошо, что руну забрал, да. По одной рунке забрали уже. Так, и еще там Заяц и Нефрит. 2 на 2 опять, все хорошо. Алхимик с даггером, а теперь интересно. Нормально. А теперь все может поворачиваться. И очень да, агрессивный такой вариант выбрал. Ярик. Так, давай что, 10400 на 7800. Уже почти на 3000 обгоняет, как появился Радик. Да, хорошо, должен разгоняться. Вокер, слушай, сейчас довезет огонь уже в курьере. И у него медасик есть. То есть, конечно, алхимик будет разгоняться, я не спорю, но Вокер будет чувствовать себя неплохо, будет догонять. ВК, естественно, будет пока штормозить, пока у него нету радианса. И пока он его не выфармит, он тоже будет фармить очень медленно. Поэтому вот сейчас самое главное не упустить это самое окно, когда алхимик просто будет сильнее всех. Буквально еще два... Один артефакт ему БКБ, по сути, докупить, и его убивать уже нечего на данный момент. Стянулись все на нижнюю линию четвером. Ну, подставляется Джифо, отвлекал внимание, Space Creed подставился немножечко под инвокера. Ну, он не хотел этого просто там. В смоке вышел Феникс вместе с Вокером, и ну, забрали прям под вышкой под Т2. Такой, видимо, размен Т2 на Т2 будет. Вега не собираются дефить. Нет, нет, летит. Летит уже тренд. Нет, дерево по крайней пошло, мере, да. Хочет тормозить пуш. Если что, даст оверзролл по ТП-шкам. В таком стиле. Отхиливает вышку. Вижена нет. Феникс летит. Сейчас может быть опасно. Чешира могут быстро сбрить. Там Соубет стоит на постах. И ВК еще на шран летит. Так, драка, поехали. Ставится яйцо. Он не уйдет, наверное, Некрофс, как ни крути, просто не уйдет. Санстрайк мимо, начинает Санрейм просто зажимать. Хорошо, Гошраут есть, но это Гошраут не поможет. Санрей пробивает сильнее. Ну, все решили уходит. Не драться, да. А сверху вышка упала. Вот так. С липочками этими. Работягами. Работягами? Да. Да, алхимик сразу пошел на топ фармить. 1500 у него сверху. БКБ собирает. Интересно, что выберет, да. То есть мне тоже кажется, что БКБ, а вариант еще может быть такой, что тревела, например. Минус 8 секунд. А манту уже не модно собирать? Ну, не знаю, не знаю. Ну, если это Акторин манта, то, ну да. Просто даггер я предполагал, что будет как-то бессильно. Через... раз и все в таком стиле. Ну посмотрим, пока действительно, может быть еще и манта. Тут химик может загулять, уходит от санстрайка, неплохо, нужна хелпа на него. Где команда? Команда дерется сейчас в миду, тем временем пытаются разобраться с ВК, и отличный ультимейт от шейкера ворвался хорошо, дал ВК забрали. А что с андайнгом? Почему он стоял? Он стоял в ВК, его сейчас тоже за это накажут, тамбу тоже сломают, и ошибка. Ошибка небольшая, не знаю, что там было с Йолом, куда у него была направлена камера, он, тем не менее, погибает. Алхимик практически загнал в угол инвокера, инвокер уходит на 200 хп, пока мы смотрели друг друга драку. И сейчас очень даже неплохо подрались FCDB и Sports, естественно, сразу же выход на Рошана, и это плюс, это здорово.
Да, хорошо подрались. Пикачу там один и инвокер еле живой ушел, и Феникс. Феникса, кстати, находит Джейфо. Будет летать через Икарус. Ну, это сложно его, конечно, подцепить. Но забираем Даггер. Ой, Даггер, Аегис. Это уже здорово. Так же Пикачу отдают. Окей. Ну, просто никак не мог переложить. Феникс стоял просто в позиции, хотел сорвать Аегис, но не дали. Джифо, все, проконтролил, все сделал. И опять же, смотри, что делает Трент. Опять тяжело. Да, у него появился Метриал Хаммер. Это вот, но это не то, что я хотел бы видеть на Тренте, на самом деле. Это дело не спасет вообще. Ну, это да, такая хорошая фиксация. Ульта плюс Метеор Хаммер. Ну, долго держит. Пока нет даггера, ульту хорошую ты дать не можешь, правильно? Ну, если только из невидимости выйти. Потому что какого-то детекшена, смотрю, у нас ни у кого нет. Никто даже смоки досты не носит. А, нет, носит урса. Для врыва. Рунки забирают сейчас. Опять 2-2. Так, ДД берет, успевает взять. Это должен умирать Феникс. А Блинк решил не давить. Алхимик уже на пятерку обходит. Уже приятно. Ну, начинает разгоняться, вот, ты все-таки решил, да, ПТ-шку решил идти в ман. Хорошо. Видимо, в тот момент, когда у него еще не было этих денег, он просто думал по поводу того, что тоже ему собирать, решали, возможно, какие-то нюансы. Там тем временем могут Некрита забрать, точнее, Чешира, Йола. Разменяли, кстати, неплохо, и Чешир выжил. Немаловажно, можно пытаться драться дальше, если там ТП-шки есть у Феникса. ТП-шка, инвокер просто на ноге отсюда убежит. И случай. Ну и опять притяжка в пятером, опять нужно идти куда-то давить, пока алхимик тут мид разбирает, да, вот нужно идти ему помогать. Может быть даже есть смысл зайти сразу на Т2, продавить, там бы нет. Нет, там бы уже есть. А. Так, ну, блинк на самом деле выглядит странным решением, потому что абсолютно не реализовано, уже манта было бы к этому моменту. Но, видимо, решили агрессировать, а потом решили более сейвово. Слушай, по поводу не реализован, я с тобой немного не согласен, потому что все-таки там, может быть, не получилось того Феникса подцепить, но, тем не менее, в драку ворвался очень даже хорошо, когда драка была сверху и забрали там... Кого забрали? Забрали Андайнга, забрали и дерево. Там было неплохо. Так, смотрим, сейчас внизу на боте... Смог от Эгисквадрон, да, возможно будет, невозможно, а будет стычка с Алхимиком, хотят его поймать, видит еще и Урсо, Алхимик, центряк, Алхимик, все понимает прекрасно, там бас сразу же ставится, Оверзроу еще не отдали, работает до конца Пикачу, один работает по четырем, нужна хелпа ему, коса, ультимейт, неплохой от Шейкера, забрали Трента, ставится яйцо, яйцо будет падать здесь однозначно, попытка забрать ВК, я думаю, после тамбы уже будут делать это, да, тамбу забирают, тоже падает, ВК... и... вряд ли уйдет, слушай. Ну, реинкарнацию выбьют точно. Банка, поздно, конечно, реинкарнацию. Улетела, опять же, врыв на Урсика. Бласт очень хороший по троим залетел. Стенку ставит инвокер. Инвокер отыгрывает на все 100%. Еще одна банка по ВК отыгрывает Понтимос. Как может, просто армлетом. Алхимик очень хочет сделать этот фраг. Хотя бы дожечь, дожигают ВК. Неплохо, но Алхимик сам может погибнуть. Но у него еще Егис есть. Еще не выбили его. Еще одна банка. Должен погибать здесь инвокер. Инвокера нужно душить до конца. Хорошо. Отыграли сейчас в CDB Sports. Это Т2 вышка и Т3 даже, может быть. Да, здорово, хорошо подрались. ВК. Плюс 1000 голды, плюс 3000 по опыта. Хорошо, 6к уходим вперед. Хороший дакар, здорово. Алхимик, конечно, сейчас выглядит машиной. На него там 4 дрался сразу, прожал ульту и... Ну, это то, о чем мы говорили, то есть не пропустить момент, когда алхимик будет супер сильный. Он пошел просто 1 в 4, и даже Аегис не смогли из него выбить. А это здорово. Да, уходит в Акторин. Там Феникса снизу подцепили, могут продолжить. Если коса, косы нет, подходит сюда еще и Трент. Неприятно теперь Некрофосу. Ай-яй-яй, йоу, какая там бану. Надо продавать, надо продавать. Ну, миллион времени выигрывает Некрофос. Сюда подтягивается Алхимик, но прямо в Метеор Хаммер. Но йоу опять погибнет. Можно забрать ВК, там нет реинкарнации. Разбивают тамбу, Санстрайк. Ой, какой вернули все, нашли дерево, дерево. Дерево погибло. Это заход на Т3. Даже хорошо, здорово, что Ярослав далеко не ушел, быстренько подошел с блинка. Ну вот блинк, считай, я купился. Правда, он мог быть после манты и
Ну, слушай, ну, как закупил игроку виднее? Он сделал, да, он думал, да, что не, ну, так, я, да, же не говорю, что это ошибка. Видимо, поменяли стратегию, что тоже молодцы, подстроились, решили не агрессировать. В тот момент были слабее. Лотос уже собрал. Хорошо. Чешира, он уже давно появился. Как раз таки в драке этот Лотос несколько раз, по-моему, помогал. Ой, как хорошо заявил сейчас Алхимик. Алхимик может просто до конца стоять и бить. Да, действительно, не нужно ничего бояться. Врывается сейчас нефрит. Боже, надо сделать минус по Йолу. Это все еще Егис. Погиб. А Егис, да, только что выбили из-за Алхимика. Но это не страшно абсолютно. У него еще манта есть. У него есть подсейв. Уходит назад сейчас в CDB Esports. Нужно ждать кулдауна на Алхимике. Ставится яйцо. Нужно помочь. Алхимик. Банка. Яйцо взорвали. Хорошо. Алхимик. Банка по двоим. Отлично. Там же экс. И ультимейт какой-то, Ютсубет! Это ГГ просто. Виталий, это можно красавец. Писать ГГ. Байбек моментально делает инвокер. Хочет дальше продолжить. Естественно, юзается глиф. Реинкарнация появилась у ВК, но он понимает, что она его не спасет. Нужно сторону забирать. Такую игру отдавать нельзя. Просто максимум, максимум. Сейчас усилий делают FCDB просто для того, чтобы разобраться с своими визави. Там пытаются тамбура взломать. Тамбура взломали. Неприятный залетает скилл по алхимику. Тем не менее, он все равно еще жив и продолжает месить бараки. Это больно. Все, хорошо, молодцы. Алхимик просто, машина 6000 у него сверху, как освободиться от забот, будет покупать себе Октарин. Он, в принципе, сейчас там доберет вместо как раз таки аквилы какой-то. Так, рунки, забирает одну сверху, еще три в одну должны забирать, одну только забрал инвокер. Ну, еще одну заберут сейчас, вот снизу забрал нефрит, и еще одну на своем хайграунде должны забирать. Неожиданно 15 тысяч перевеса стало. Ну тут десятка, да, в алхимике. Как бы. Да, даже 12. Тут, 12 тут... по сравнению с ближайшим. Да, поэтому тут эти 16 тысяч, как бы. Плавающие. Шива следующим артефактом будет. Не решили не затягивать, не собирать аганима. А зачем эти аганимы? Там просто есть эхослэм по пятерым. А еще Палантимос почему-то в каждой драке прожимает грибочков, зная, что еще с вами не потрачен, ну, в этих своих работяг. И Шейкер просто кайфует, он так вырывается с матча. Да, и вешает Лотос на Алхимика, он с Мантой, с Радиансом спокойно танкует. С Аегой тогда еще было, долго выбивали. Сейчас, конечно, можно немножко переждать, взять еще один Аегис и идти на следующую сторону, если уже прям сейвовый вариант. Мне кажется, сейчас нужно просто с внешними два, да, 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 разобраться. То есть там, смотри, на топе получается. Еще очень много вышек. И ты один. Сносить ты два, вышки, стоит. Брать Аегис и снова заходить на ХГ, я думаю, это да, пытаются такой поймать, а куда? Да, куда? Кого? За кем? За ВК вообще полетел в алхимик, пытается его быстро разбить, и может получиться нефрит. Терпит просто, точнее, Некрофс терпит миллион дэмэджа, да, ставится яйцо, его никто не бьет, и, по-моему, это неудачная драка, должны отсюда уходить сейчас полностью все игроки команды FCDB Sports, ну и отдали Чеширу, да, нужно убегать. Странное, да, решение было от Пикачу ворваться в ВК, там же реинкарнация. Кривая драка, выбили только реинкарнацию, сейчас еще алхимик. Ай. Не заевейдил. Чуть не в тайминг. Прожал манту. Но было близко. Да, и никого не застанил. Так, сейчас себя главное не перенаглеть. Сыграть хотят по уверению. Очень хотят трента, но я не знаю, зачем его забирать. Там взрыв кудаунится очень быстро. То есть, ну, кого забирать, наверное, нужно, то это инвокер. Вот это, я думаю, просто первая цель, потому что так как отыгрывает инвокер в этой игре, он действительно много чего сделает. Если бы он басты там по 4 не кидал, и метеор, и ветра, Урс, и МП. Урса все очень опасно стоит в засаде. Опасно для себя, прежде всего. У нефрита на урске есть башер. Ну, поэтому к тому, что если бы там на него вышло двое-трое, могли подловить. Ну, в принципе, у него вижен был, мог с блинка улететь, если почувствовал неладно. Да, хотя Трошана, я так понимаю. 10 тысяч, 11 у Урсы Networks. Пятым идет. Ну, в принципе. Так, Рошан у нас есть. Уже начинается вокруг него. Очень не хотят отдавать, понятно, Вега Рошана, потому что это прямой заход на ХГ, если мы забираем. Так, и в смоках заходит на Рошана. Феникс пролетает, все понимает. Йол сзади обходит.
Ну, Йо просто сейчас может очень крутую позицию сделать, но понимает, что не успеет это, не успеет туда пройти. Еще один санстрайк полетел, но очень все равно там алхимику, ничего не боится. Пикачу, ставится тамба, очень неплохая, нужно забрать быстро, все в юлах, точнее в ветрах от инвокера сейчас только что находился. Урсик решили отдать Аегу. Урсик забрал Аегис, у кого сырого алхимика, понимает, что его тяжело убить, и алхимик идет до конца давить, может идти по 2 вича с инвокера, нету вижена, алхимик, но не пошел, и правильно сделал, там можно было и умереть. По крайней мере, сыр бы точно отдал. Ну, Вега очень здорово среагировали, сразу разбежались по линиям, чтобы отпушить, и в итоге все три линии сейчас будут отпушены, но вот только мы все вместе пятером, получается, мид подталкиваем. А так можно в идеале было бы наверх сместиться и снести вышки. Ну, там так, сейчас как раз таки Чешир занимается отпушем. Засплитили Вега неплохо. По миду будет заходить алхимик, все прекрасно понимает, что поверху еще очень далеко идти. Естественно, после Т2, скорее всего, будет смещение какое-то. Мне кажется, нет смысла заходить сейчас на хайграунд, тем более не в полном составе. Там и драка, тем более сверху. Опять неприятности у Некрофса. Он пытается выжить. Гошраут. Не хватает этого дэмэджа. Дает ультимейт. Косу. Феникса забрали. Хорошо. 90 секунд без байбека. Феникс пытается уйти андайнг. Ничего не видит сейчас. Шейкер обходит с фланга. Алхимик. Урса уже здесь. Инвокер. В инвизе, конечно, здесь все прошел. А почему вниз улетает алхимик сейчас? А, рунки. Все, я понял. Рунки. Солбет контролит 2. Пикачу 1, еще и нефрит 1. Ну и Т1 надо забирать. Да, очень нет важно. Феникса. Сейчас руны дают просто сумасшедший разрыв. Ну, в денежном. Что, мы все 4, получается, собрали, да? Да, все 4 руны для FCDB Sports. Это здорово на самом-то деле, потому что, ну. Оно так здорово, когда у тебя в команде алхимик, это вообще просто божественно. Это да. Появляется, кстати, у Палантимоса, у ВК Даггер. Он еще его не довез, Радианс он уже купил, но Даггер еще не довез. Есть БКБ на Урсе. Ну, почему не идти давить? У вас Аегис. Там какого боимся? Так, есть гем в курице, надо просто собраться, кому гем будет отдаваться. Урса забирает гем. Алхимик перетянулся наверх, уже есть Шива. Да, все, надо спушивать бот и мид. Идти, да. В принципе, отпушенные, можно, да, сносить себе топ. Ну тут тяжело, конечно, через тринта все это дело пробивать, но алхимик, если что, под ультимейтом будет ломать достаточно быстро, просто там плюс там две катапульты и одна под бафом огра, поэтому здесь, конечно, сложно. И ник юзает ультимейт, ну может рановато, кстати. 5000 уже сверху, ну под Октарином может себе позволить. Быстро забирают Йола, хорошо, Феникс появляется, сейчас должны сносить Т2, заходить на хайграунд. Инвокер пока отпушивает мид, ВК бот. Ну, кстати, в идеале заходить опять же по этой линии на хайграунд, да, сломать здесь бараки, чтобы тяжело было дефать, и это как минимум даст преимущество при следующих заходах. Аж пытается алхимик до конца отработать, заканчивается ультимейт, Феникс не подставляется, Феникс тоже боится ставить яйцо, очередной глиф, все стоят, никто не лезет, даже Усик не заходит, хотя у него Егис, ВК, попытка забрать алхимика, Санрей по не нужен, но алхимика ультимейт, и ему вообще абсолютно все равно. Инвокера пытаются подцепить. Урса не успел прожить БКБ. Урса есть Аегис, не забываем. Сейчас БКБ прожал и убегает назад. А зачем? А что это? Я не совсем понимаю, почему. Решили диспозицию, БКБ, наверное, поменять, получше стать. Хорошо, я видит стан. Алхимик. Через 5 секунд ультимейта надо добивать вышку под Блудластом. Вешается Ливинг Армор на вышку. Погнали. Сейчас метеор взлетает по алхимику. Опять же, попытка его забрать. Там и метеор, хаммер, и метеор от инвокера мог бы попасть, но инвокер не попадает. К сожалению, жесткий вышка спам, должна, конечно, падать. Как же жестко ее пробивать через Ливинг Армор. Пошли еще и ЕМПшки. Отлично, отработал Пикачу. Не попал в ЕМП, врывает сюда в Рейскинг. Но попадает по-главному хорошо, но вышка, Господи, все равно будет падать. Она когда-нибудь все, наконец-то. Тамба уже почти закончилась. Слушай, все это время стояла тамба. Ты посмотри, сколько там зомби. Шейкер сейчас, конечно, мог бы сделать переворот. Тамбу забрали плюс 200. Так, надо аккуратно. Главное сейчас не дайвануть. Аккуратненько. Все, молодцы, делают. Я вот не совсем понимаю, почему Усик боится врываться. Так, врывается алхимик, неплохо. Можно забрать быстро андайнга. Еще одну тычку. Андайнг пытается отхиливаться. Фиссура, руты. Сюда же залетает от Трента. Ультимейт от Феникс, но этого недостаточно. Тем временем ВК там еле живой. Ультимейт пошел. Инкарнация. Этого хватает пока. Но дальше ВК могут не отпустить. Ультимейт на то. Шейкер минус 3. По сути, сделал только что он. Хороший ультимейт от него. 3 байбека моментально от Виги Сквадрон. Нужно отойти. Нужно отойти сейчас, действительно.
действительно можно... Ой, санстрайк по шейкеру неприятно, но тем не менее... Шейкер свое дело сделал. Да, он уже сделал свое дело. Три байбека. Три так, байбека, надо уйти, это здорово. Преимущество. Хотят зацепить Чешира. Но тяжело слушать. Кто его должен зацепить? Уходить. Там еще Урса тут рядом, готов ворваться. Оставляться нельзя. А, Урса закончился, Егерс. Так. Хорошо, Ярослав агрессивно. Феникса, да, Феникса моментально так. Забрали. И можно продолжить. А, есть, вижу, хорошо. Забираем дерево. Есть коса? Нет, да, коса. Это еще минус сторона. Здесь можно додавить? Бояться абсолютно нечего. Бараки упадут быстро. Рент их не захилит. Просто не убивает. Ничего не сделает, да. Урс там еще врывается вперед. Так, быстро разломать тамбу. Тамба живет пока что. Инвокер не дает это сделать. Точнее, БКБшечку из-за этого Урса. Вот сейчас неприятно. Ну, тамба живет. Тамба в очень хорошей позиции. Урс пытается, точнее, алхимика пытается подцепить. Там через 2 секунды ультимейт. Он ничего не боится. Алхимик. Его толкают вперед форстафом. Некрофс тоже уходит. Ну и задефались. Задефались Вега Сквадрона. Опять же, какой ценой? Какой ценой? Подтягивать сюда еще и Джифой. Можно продолжать, слушай, с ультимейтом. Алхимик хочет. Ну, Вега, как львы держит эту сторону, я прямо вышку непонятно сколько били. Сейчас бараки до сих пор целые стоят. Пятером против троих, заходим. Кидать, должны убивать быстро Андайнга. Да, Андайнг здесь хорошо. Умрет. Тоже ну, не смог ЕМП не предзавейдить, да. 5-2, должны сносить, должны сделать смека крипов. Ну, может быть не мега, но Т3 вышку точно снесут, там еще барак снизу стоит. Нет, барака уже нет, барак уже упал. Ну, можно отойти, на самом деле, спокойно. Можно пойти да. Шрайны пока поломать. То есть тут сейчас суть в том, что две линии противоположные пушатся, и дефать это тяжело. То есть постоянно притягиваться нужно. Это облегчает некоторую задачу для того, чтобы проходить потом по миду. Ну и, кстати, в CDB Sports очень близки к тому, чтобы просто пройти следующий раунд квалификаций на майнер. И там уже встретиться с Elements Pro Gaming, которых, я думаю, если Вегу прошли, то Elements Pro Gaming могут пройти точно так же. Ну, ЕПГ посильнее выглядит по последним результатам. Но пока вообще не будем загадывать. Давай по этой игре. А, алхимик выглядит... Кому? 28 Шейкеру. Тысяч преимущества. А, это он еще гоним, наверное, отдал сейчас кому-то. Да, только что Шейкер отдал гоним. Да, плохо. Шейкер хорош. 18 тысяч инвокера. Так, ну что, выфармиваем карту. Забираем Рошана и идем забирать последнюю сторону. Я думаю, приблизительно план должен выглядеть так. А муж кого-то ворвался и... Йоу-йоу-йоу. Даже не успел камеру перевести. Там три удара и все. Ну сейчас, если только мы сами ошибемся. Я, ну как бы, ауто сложно найти для Веги, потому что они заперты на базе. Варды поставлены в ближайший лес. То есть все окружено, выйти нельзя, фармить нельзя. То есть, ну, главное не какие-то драки глупые не проводить. Ну, ребята все молодцы сделают, не рискуют, довозят, накапливают преимущество. Все очень здорово. Кстати, будут ли ждать Рошана? Вопрос. Я вот задумался, что 2 с лишним минуты его ждать. То есть, ну, алхимик, кстати, как агрессивно играет, сейчас могут его подцепить. Понимаю, что его тяжело забрать, но тем не менее стоит, мне кажется, чуть меньше прессинга давать, особенно когда ты один. Ну, тут психологически, никто же не знает, что ты один. Все думают, там за спиной у тебя кто-то есть, а его одного забирать, да, там плюс один уже сложно. А если там еще пару человек, потому что они безвижно, Вега безвижно, не видят на карте, что происходит. Ребята так особо не палятся, суппорты стоят на хайграунде, а алхимик торгует лицом в позе. Вот БКБшка. БКБшка вместо сапога, я так понимаю, для алхимика уже. Очень да, с БКБ прямо вообще... Это там драка. И могут забрать Шейкера. Шейкера нужно спасти. Шейкер вроде как уходит. Пошло яйцо. Урсик пытается биться с ВК. Драка может быть не очень удачной. Забрали только что Андайнга. Байбек уже сделал инвокер. Катаклизм. Хороший катаклизм. Продолжает дальше. Метеор, метеор и бласт. Неплохой залетел. Алхимика смогли забрать. Некрофос пытается уйти отсюда. Но куда ты просто уйдешь, Чешир? Ты отсюда никуда уже не уйдешь. И вот она ошибка. Непонятно, Урса подловили с Огром все время в миде все это время провели. На позиционке подловили. Да. Просто только что. Вега Сквадрон огрызнулись очень-очень уверенно. Ну, в принципе, ничего критического не произошло. Инвокер потратил байбек, что довольно важно. И если в следующей драке он умрет, то... Однако все равно в плюс по голде только что разменялись.
Бега? Да, и, кстати, ну, мы только что пропустили самый важный фраг. Только что инвокер разобрал нефрит, и ну, надо просто идти и давить. Да, нет байтбека, в принципе... Нет алхимика, наверное, поэтому ждут. А, у алхимика тоже нет байтбека. Ну, 40 да, секунд, он может рвелась, купить и прилететь. А, у него байтбека нет. Ну, байтбека нет. Ну, денег. Да, я понимаю. Что нет денег. Я имею в виду, что через 20 секунд можно купить тревела и прилететь. Поймали Феникса. Фениксу очень больно. Далее можно продолжить погоню за Трентом. Навырывают сюда ВК. Пошли работяги. Бегут тут за Шейкером. Не дают Шейкеру вообще жить. Шейкер вечно без маны. Все, сейчас забираем Рошана. Появляется Алхимик. Да, покупает тревела, прилетает. Думаю, тут уже... чуть-чуть таймингом. Пару секунд. Ну, я думаю, вернет. Сейчас просто Эншин там подфармит. Еще раз идет, посмотрит. То есть... Если засекали ребята, то инфа должна быть точная. Появляется даггер у Трента, и вот сейчас может, конечно, тоже поменяться. Подожди, он его купил и продал. Что? Это еще раз. Все. Все хорошо. Я думаю, в чем прикол? Так, алхимик идет фармить, что происходит? Я тоже не понимаю. Ну все, сейчас заходит Джейфо, смотрит Рошана, должны забирать. Рунки, видимо, хотят. Вот. Руночка раз, руночка два, две сверху, четыре руны должно быть за FCDB Sports. Да, это очень грамотно. И 40 тысяч сразу стало преимущество. Давайте, парни. Ну там 15 у этого алхимика, все остальное у ребят действительно. Сейчас все грамотно. Контролит G4 руну хосты. Рошан падает достаточно быстро. Урсик будет с ним разбираться, что там курьере Урсик улетит. Нет. А, он слот оставил просто под Аегис, я понял. Кому же дадут рефрешер заветный? Фейкеру? Не, отдали алхимику. Не хотят. Ну, алхимику только тут перекладывать успевать. Из рюкзака. Ну, БКБшку он сразу переложил вместо даггера, кстати. Мог бы, наверное. Ну, хотя, в принципе, и даггер, ну, и да. Сапог. Вот, неважно. Мы катались четвером сейчас план. FCDB Sport, смотри, и какой-то план капкан хотят сделать. Возможно, байт будет какой-то. В четвером, да, зайти через по флангу. Феникс очень грамотно. Но он не увидел вообще. Ну, я думаю, Варды врыв на G4, это абсолютно не важно. G4, главное просто дать свои скиллы, ставится яйцо, врывается моментально сюда Урсик, яйцо, еще тычка, еще Урсик разбирается с яйцом, минус Феникс, он без байбека, тем временем просто алхимик ломает тамбу, тамбу сломали, крипочков нет, Шейкер еще ультимейт не давал, вот сейчас можно дать хороший врыв, Шейкер, где же ты, 3, 2, 1, даггер мог бы дать, но не захотел, вырываются в Йола, Йола забирают, 314, он же... как раз таки Палантимос не сможет ничего сделать один, выкупается Феникс, но это не спасает никак, тем временем глиф уже практически заканчивается, остаются считанные секунды до глифа, ветра, торнадо точнее неудачный от инвокера в этот раз, все его заэвейдили, упала вышка, далее попытка забрать ВК, но у него есть реинкарнация, его можно просто поконтролить, хочет дальше работать алхимик, у него до сих пор еще есть рефрешер шард, ВК до конца стоит, выбивает реинкарнацию, Феникса через ультимейт Некропса забрали быстро, ВК можно забрать точно так же, Шейкер, хороший ультимейт, но только по одному, к сожалению, по инвокеру не попал. Катаклизм врывается в драку. Далее попытка забрать Трента. Трент должен погибать в этой драке, погибает очень быстро. И это точно ГГВП. Йо уже пишет, да. Здесь задавили CDB Sports жестко. 49 тысяч преимущества. Ну, браво. Ну, Пикачу красавец. Просто использовал алхимика идеально. Фу, поздравляем. Давай, наверное, посмотрим сетку.